Всем привет! Сегодня у нас такая вот большая посылочка с интернет-магазина TomTop. Такая вот она увесистая, такой прям где-то килограмм здесь точно есть. Давайте же вскроем данную посылочку. Вот, кстати, такой вот надрез. И давайте будем потихонечку вытаскивать все, что здесь находится. Хорошенько все здесь упаковали. Так, ну что, давайте начнем вот с данного товара. Кстати, на все товары, которые здесь находятся, на сайте TomTop будет действовать отдельная скидочка. Так что вы сможете купить это все еще дешевле, чем я. Так что все это очень круто. Менеджер интернет-магазина TomTop сказал, что будут скидки, значит, они точно будут. И первый это у нас такой вот штатив. Ну, коробочка немножечко, даже не немножечко, а множечко пострадала, но нам больше интересно содержимое. Данный штатив стоит в интернет-магазине TomTop всего лишь 6 баксов, что, ну, дешевле, чем в любом другом интернет-магазине. А для вас скидочка будет еще больше, так что переходите по ссылочке и смотрите, что это за монопод, и начинающие блогеры, покупайте его, так как действительно это очень дешево для, ну, штатива. Да, он дешевый, да, он, ну, наверное, все-таки не самый крутой, но все-таки для начинающих блогеров будет неплохо. Так, вот так вот он выглядит. Маленький такой, в принципе, я буду его использовать для второй камеры. Для чего? Вы узнаете чуть-чуть попозже. Все здесь у нас фиксируется таким вот образом. Вот. Все это можем делать длиннее. В принципе, в длину где-то 1,20 м, наверное. Метр двадцать, наверное. Все это у нас так вот выдвигается. Ну, в принципе, такой для начинающего блогера это вообще самый то, или как для второй камеры. В принципе, для второй камеры вряд ли кто будет покупать прямо-таки дорогой такой штатив. А вот это очень даже неплохо. Также, кстати, брать с собой очень удобно, так как он маленький. Вот мой штатив, на который сейчас снимаю, с собой трудно взять, потому что он большой. А это прям в любой рюкзак сюда легко войдет. Так что ссылочка будет в описании. Покупайте. И будет еще для вас скидочка. Вот такая вот все коробочка. И там еще одна. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Так. Так. Здесь у вас вот такая вот интересная вещь. Так. Все, кстати, круто упаковали. То есть в коробочку, чтобы ничего не сломалось. Так. Вот такая вот вещь. Что это такое? Я, в принципе, точное название, как это называется, не знаю. В принципе, кто-то называет это скейт, кто-то по-другому. Сейчас я вам объясню, что это и как. И с чем это едят, в принципе, вот здесь вот вы закрепляете камеру и вот таким вот образом проезжаетесь, и он делает плавные, красивые видео, то есть вот так вот. В конце видео я вам покажу парочку таких вещей, которые я смог сделать благодаря этой вещи. Очень давно я ее хотел, и вот наконец-то я ее купил. Крутая вещь, в принципе, здесь такие вот шины прорезиненные, здесь даже вот есть рисинки, то есть можно все это дело очень круто подстраивать. Все это у нас крутят, и все это металлическое. Сама она тоже металлическая. Можно купить дополнительную вот эту вот вещь. Она будет вообще длинная. Или, например, монопод сюда прикрутить и тоже снимать. В принципе, крутая вещь. В принципе, также для блогеров будет круто, да? То есть плавные такие вот переходы делать и все такое. Очень крутая вещь. Тоже скидочка для вас, для нее тоже будет. Так что переходите и смотрите. Также здесь еще что-то есть. Вот последнее. Третья вещь, и это у нас такая вот небольшая радиоуправляемая лодочка. Да, лето заканчивается уже, и радиоуправляемые товары становятся менее интересны. И вот напоследок я решил взять такую вот небольшую лодочку. Протестируем ее на воде обязательно, будет на нее обзор. Посмотрим, что же эта вещь умеет. Стоит она баксов 10 всего лишь, что очень дешево для такой лодочки. А для вас, повторюсь, еще есть скидка. Так, давайте возьмем ее. Вот такая вот лодочка. Вот мы открутили все, и вот так вот выглядит данная лодочка. В принципе, такая вот миниатюрная. Есть в комплекте, кстати, сменные винты. Вот такие вот пластмассы. Ну, выглядит, в принципе, прикольно, но очень маленькая. И вот такой вот пульт. Так как вот. Все это у нас питается от батареек. От каких? Так, ну, наверное, 3 АА. Кстати, нету этого болта вот сюда. Ну, вот такая вот лодочка. В принципе, сделаю я на нее обзор.
покатаемся на ней, на речке, в принципе, в ближайшие выходные уже постараюсь выйти, съездить на дачу и посмотреть, на что же эта лодка способна. В принципе, за $10, на мой взгляд, вообще крутая вещь. И мы ее будем тестировать. Вот такая вот большая посылочка у нас с интернет-магазина TomTop. Если вам понравилось, то поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на мой канал. Дальше будет намного интересней. Всем пока!